Синицы низко над землей, воробей чистит крылья, гидрометцентр обещает обильные ливни, воробей опускается с ноги, значит либо будет дождь, либо его не будет, 50-50, либо единицы, либо ноль, все просто, одно из двух и третьего не дано, так было и так есть сейчас, это аксиома и так будет всегда, скорее всего, если поливать все грязью и в ней же копаться, в один прекрасный